В Артеме Приморского края сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в тяжком преступлении. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что ее 28-летняя дочь ушла на работу и домой не вернулась. Сотрудники уголовного розыска и представители Следственного комитета установили, что девушка работала водителем в таксомоторной компании. Вечером она выехала на заявку и пропала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Херсонская нашли автомашину Nissan Note, принадлежавшую разыскиваемой. С транспортного средства были сняты государственные регистрационные номерные знаки. В лесном массиве в районе улицы Счастливая сотрудники полиции обнаружили обгоревшее тело девушки. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 27-летний житель города Артема. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что совершил преступление с целью завладения транспортным средством, которое впоследствии намеревался продать. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. Подозреваемый заключен под стражу.